Для стремительного развития велосипедного спорта в Барвихе созданы все условия. Обширная сеть велодорожек позволяет комфортно и эффективно тренироваться, оттачивая мастерство. Его-то и демонстрировали воспитанники спортивной школы, участники открытого первенства по велоспорту. Проводим закрытие летнего сезона. Дистанция у нас километр, но в зависимости от возраста, некоторые едут 2 круга, некоторые 3, а некоторые 10. Самому младшему участнику соревнований всего 6. А вот ребята постарше показали не только отличные навыки езды, но и умение выполнять разные трюки. Очень много драйва, подъемы очень крутые, спуски. Зима вступает в свои права, а это значит, что пора убирать железного коня до нового сезона и доставать лыжи. В парке Раздолье заверили, лыжная трасса будет и отменная. Мария Шматкова, Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».